неплохо он его разделал. Не беда. Как говорится, дело мастера боится. Абляга! Абляга! Ваша верблюдица верблюжонка принесла. Вон чабан его на ослике везет. Ай, умница наша, Бахар! Ну, спасибо! А вот угощение не за добрую весть. Хотя
секрет, один секрет, кто же красит лук зеленый цвет? Кто зеленый кисель рисовал листья? Кто зажег в траве зеленый свет? Кто зеленый кисель рисовал листья? Кто зажег в траве зеленый свет? Най, най, знать, най, дай, дай, песня моя, дай ответ на мой вопрос. Кто, кто зажигает, кто зажигает лампочки тюльпанов роз? Хочу я знать один секрет, кто покрасил самый лучший цвет? Кто покрасил самый лучший цвет песню? Кто зажег над песней в небе свет? Кто покрасил самый лучший цвет песню? Кто зажег над песней в небе свет? Май, май, знай, дай, 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 песня моя, дай ответ на мой вопрос. Кто, кто зажигает лампочки тюльпанов роз? Ну вот, попробуем. Как вкусно! А теперь за работу. Можно разносить. Спасибо, Сахаджа. Какой прекрасный чал. Вот что значит кувшин из голубой глины. Она что? Она, эта глина, правда голубая, да? Знаешь, Сахаджа, хороший человек посмотрит, скажет голубая. Плохой посмотрит, скажет серая. Так что, памятники, может, тоже делают из голубой глины, да? Ну, конечно. Даже верблюжонка делают только из голубой глины. Живого. Живого прямо. Хороший урожай в этом году. Салам алейкум. Алейкум салам, бабуджа. С хорошим тебя урожаем, Абдяга. Вот что значит умелый садовник. Душа просто радуется. И помощники у тебя один лучше другого. Мне в таких. Учителя Мухаммеда просить хотели, чтоб привел ребятишек помочь. А они, вот видишь, сами прибежали. Вижу. Не сидят. Ну, пойду. У меня там работа по горло. По помощи. Будьте здоровы.
О, Абдега, принимай гостя. Добро пожаловать, Джапар. Привез. О, давай, давай. Еще. Отсюда. Вторая корзина тоже твоя. Спасибо, дорогой. Вот хорошо. Еще привезу. Почему добру пропадать? Давай, давай. Вези, вези. Спасибо. Деда, где он их столько нарвал? Он их не нарвал. Вот у нас в саду ягода упадет.